Сейчас будет подарки, а следующий эфир в лосинах тогда, ну, выйду и покажу ноги. Ноги в лосинах, да, сейчас не в лосинах. Здесь смысл сейчас показывать, они сейчас в этих, да, карго. Ну да, не, ну не тебе получается, а всем остальным. Какой ты умный. Тебя первый раз соса кусает или второй? Ну, давай. Давай поиграем. Ну, ты напишешь? Вика стесняется, поэтому будем вот так, чтобы не смущать человека. Ребята, я тут, ну, можно сказать, что работаю, как бы моя табачка, что я тут делаю. И, кстати, поддержите молодого предпринимателя, то есть меня. Можно скинуть подарок молодому предпринимателю. Видите, я эти деньги не просто так пробухиваю, а у змей нет. У них, ну, это по-другому, короче, у них типа это, ну, немножко не так, короче, это просто у них по-другому устроено все. Но они чувствуют какие-то... Ой, спасибо! Это поддержка молодого предпринимателя или показать ноги в следующий раз? Это, ну, что это было? Это за что? Мне кажется, что это была поддержка молодого предпринимателя. А, ноги? Нет, подожди, надо, чтобы он ответил. Надо, чтобы он ответил. Я думаю, что это он в поддержку просто закинул. Тогда будем писать в поддержку молодого предпринимателя. Ну ладно, не буду. Ребята, на мои ноги вы можете в Инстаграме посмотреть, там их много. Так я и сказала, что не буду, я сказала, что это подарки в поддержку молодого предпринимателя. Ребята, видите, я не пробухаю, а открою еще одну табачку. Все, не буду. Замяли тему. Средний палец показать? Зачем? Вот. Ну, я не буду его отдельно показывать. Средний палец. Или прям показать тебе средний. Ребятки,
колокольчик. Ой, спасибо. Спасибо, спасибо за колокольчик. Спасибо. Спасибо. Ладно, ребята, возможно, я делаю себе грудь еще. Ладно, нет, все, это шутка, шутка. Бизнес, только бизнес.